Я вам очень признателен и сразу же начну с очень глупого вопроса. Правильно ли я понимаю, что достигнута предельная мощность хоросвещения? Как-то очень нужно. Мы задавали этот вопрос для съемки, и я понял, с точки зрения достаточно. Я у вас здесь выступаю, к великому счастью, не первый раз. Я считаю, что все-таки... Я должен представиться, Поляковский Владислав Тадеушич, писатель, программист, кинематографист, сотрудник кафедры концептуального анализа и проектирования Московского физико-технического института в должность приглашенный эксперт. Это пункт первый. В проблемы всякого рода, связанные с реконструкцией истории человечества, я вошел прежде всего как логик, формалист и концептуалист, в чем Георгий Владимирович не даст собрать. Непосредственную точку соприкосновения с нашим прекрасным сообществом, я смею сказать, с нашим, ну, может быть, Георгий Владимирович не поправит, может, несколько более уместно сказать, с вашим прекрасным сообществом. Сро и ПА, да, потому что я являюсь участником чата, время от времени там беру голос, соответственно, вещаю на всякого рода темы умные. Я вижу, прежде всего, по вопросам технократической реконструкции истории человечества. Как логик-формалист, я автор логического формализма реконструкции истории человечества. Но все-таки, как-то сами понимаете, диплом физтеха – это диплом физтеха. Там умничать любят. Я тоже решил поумничать, но наумничался на целый логический формализм реконструкции истории человечества и, собственно, добился того, что из всего проекта под названием «Проект цивилизации» был первым приглашен на защиту диссертации, но не берите это близко к сердцу. Это было аж 13 лет назад. Не очень недавно, но тем не менее ряд душевных конференций состоялся. Сейчас, если говорить о новостях скорбных, то, к сожалению, еще 40 дней не минуло с момента ухода из жизни. Кто-то помнит, кто-то слыхал, кто-то не слыхал. Ярослав Аркадьевич Кеслер, один из соавторов книги «Цивилизация» наряду с Игорем Владимировичем Давыденком. Игорь Владимирович Давыденко, к счастью, еще здравствует. А вопрос, а при чем здесь Давыденко, молодой человек, мне очень приятно, что вы киваете головой. При чем здесь Игорь Владимирович Давыденко? А очень просто. Дело все в том, что он автор идеи создания технократической карты реконструкции истории человечества. Предыдущий оратор начал что-то говорить о проблемах ядерной физики, пожалуйста, нет никаких проблем. Если мы говорим о ядерных бомбах, ядерных взрывах и тому подобном, пожалуйста, очертим то, как человечество достигло промышленного уровня производства этой самой ядерной бомбы. Это пункт первый, это идет металлургия. Пункт второй идет, соответственно, из металлургии мы находим металлургии и всякого рода свойства редкоземельных металлов. Для этого нужны, простите, научно-исследовательская база. Это рубеж 19-20 веков. Для этого научно-исследовательская база в определенном порядке. Нужен определенный уровень промышленного развития и так далее и тому подобное. И вот это все Игорь Владимирович Давыденко, чем мне очень-очень сильно понравился как исследователь, предложил создать единую технократическую карту. Когда ваш покорный слуга имел речь на большой-большой конференции общества атлантологов по исследованию проблем Атлантиды, было, если не ошибаюсь, аж 2014 или 2015 год, там присутствовал Александр Моисеевич Городницкий, это был институт океанологии, я там вещал о том, что товарищ Фердинанд Магеллан, оказывается, никакого кругосветного плавания не совершал, на меня, соответственно, аудитория из зала зашикала. Лично Александр Моисеевич Городницкий сказал, господа, вы находитесь в храме Нобеля, как-то приструнил эту аудиторию. Сейчас тема моего нынешнего выступления – это все, что я думаю по вопросу Атлантиды. Дело все в том, что в той же самой книге, где была изложена гипотеза про Магеллана, книга называлась «Рыцари трех океанов» и касалась моего взгляда эпоху великих географических открытий, был воспроизведен определенный информационный блок. И об Атлантиде, причем самое интересное, концептуально он был изображен до того, как речь перешла к шествию Магеллана, что вполне естественно. А дело все в том, что Игорь Владимирович Давыденко, мы возвращаемся к нему, он изложил очень интересную логическую схему. Что нам дает черная металлургия и вообще освоение производства черных металлов? Он нам дает то, что из черных металлов можно сделать очень полезные сплавы, например, сталь. Если у нас есть сталь, значит, мы можем делать полотно.
металлическое. Если мы можем делать металлическое полотно, то мы можем делать пилы. Если мы можем делать пилы, то мы можем из дерева делать доски. А если у нас есть доски, и если у нас вообще-то есть моржовые скелеты, то мы досок, и взяв кое-что из моржовых скелетов в качестве образцов для определенных запчастей корабля, мы можем строить эти самые корабли, эти самые плавательные средства. То есть мы можем перемещаться. Мораль очень хитрая. У нас нет черной металлургии, у нас нет кораблестроения. У нас нет кораблестроения, у нас нет путешествий. Один из тезисов из книги под названием «Рыцари Эллады», которая предшествует книге «Рыцари трех океанов». В «Рыцарях Эллады» я провожу рассуждение, точнее проводится рассуждение, если сказать, несколько более скромно, о том, что прежде всего, если кто-то осваивает какие-то другие земли, то есть уроженец земли А поедет исследовать, начнет путешествовать от своей земли под А в какую-то землю Б, то какие цивилизационные условия на это налагаются? Ну, там одно из цивилизационных условий – это безопасность, второе цивилизационное условие – наличие определенных ресурсов. То есть неделя туда, неделю обратно – это одни ресурсы, месяц туда, месяц обратно – другие ресурсы. Адаптация к погодным условиям – это третьи ресурсы и так далее. Рыцари Эллады, частично в этих рыцарях трех океанов. И после этого возникает третий, следующий этап. А не попытаться ли нам выйти в открытое море, в открытый океан? Почему бы и нет? Если я вспомню знаменитое творение нашего писателя по имени Обручев по названию «Земля Садникова» и известную роль нашего актера Георгия Вицина, которому была приписана фраза «Птички же куда-то летят». И, соответственно, когда человечество захотело знать, а куда же летят птички, они вслед за птичками начали отходить от берега и все дальше, и дальше, и дальше. Прежде всего рыбаки, а потом моряки начали уплывать дальше. То необходимо было им как пища интеллектуальная для того, чтобы они от берегов уплывали что дальше и дальше. Как пища интеллектуальная, как некий импульс, как некая мечта, как некая песня, как некая легенда, которая должна была жить в их сердце. Они должны были знать, что где-то там, куда летят птички, есть некая земля, обетованная земля, очень хорошая. Идеальный вариант в нашем представлении, в их моряков представлении. Земля новая, земля обетованная, лишена недостатков земли старой. То есть такая мифологема так или иначе должна была быть мифологема того, что оказалась бы пищей духовной. И рано или поздно, эта мифологема должна была быть хоть как-то оформлена, она должна быть как-то названа. Именно поэтому вот один прекрасный момент, эта мифологема, она в свете того, что этот водоем был назван Атлантическим океаном, именно поэтому та земля, до которой было бы неплохо плыть, была названа Атлантидой. Вот. А в том случае, если отважные моряки до нее доплыли, они кричали бы «Ура, мы нашли некую землю», а если бы они не доплыли, то должна была работать другая мифологема. То есть мифологема со знаком минус. То есть эта земля, да, была, она, да, была совершенно для нас всяческим примером, но она, к величайшему сожалению, из-за некого природного катаклизма, она исчезла. Вот то, что изложено в «Рыцарях Эллады» и «Рыцарях трех океанов», вот то, что явилось темой моего нынешнего короткого доклада, мои взгляды по вопросу Атлантиды, и, соответственно, них дальше я по научному контенту, в свете того, что кроме меня есть точный докладчик, я говорил точно больше, чем заявленные 5 минут, как мне обещал Георгий Владимирович, я сейчас свое краткое выступление прекращаю. На любые вопросы я отвечаю, я за любые формы сотрудничества, и хочу подчеркнуть, Георгий Владимирович, примерно год назад я снял все эти проекты «Магеллан 500», когда, соответственно, все это решил привязать к 50-летию возвращения спутников Магеллана. Ну и, соответственно, вот как только таки сразу с меня, тра-ля-ля-ля, с меня спадет некая моя текучка, то есть текучка под названием «Кинематограф», спортивный менеджмент, в который я с дуру впрягся, я в обязательном порядке доведу
это все догма и выдам награ-продукт, посвященный плаванию Фердинанда Магеллана и торжественному вещанию Клюзнес. Большое спасибо за внимание, вопросы задавать можно. Георгий Владимирович, в кадре Магеллан 500 точно будет. Он уже интервью дал. Интервью? Да. Почти год назад, это я подтверждаю. Я пока не буду глобально вот ничего вновь кто-то из зала скажет, но кажется, все-таки, прошу прощения, термин мифологема немножко здесь как бы, это все-таки некий устоявшийся сюжет. Это немножко не о том речь. Ну я понял, о чем речь. Ну, я положил, можно сказать, информационный блок, который мы можем относиться со знаком плюс, то есть верить, и со знаком минус, то есть не верить, и сколь угодно критично, сколь угодно диалектично его воспринимать. Диалектическое восприятие – это попытаться извлечь максимум полезную информацию. Ну, может, примерно ясно, да. Вот я с термином, да. А как вы скажете то, что Магеллан и Колумб плыли на деревянных кораблях? Ну, а на чем же им еще было плыть? На бамбуковых же? Говорили, а вы только с вами сказали, что без железных кораблей плавать не могло. Без железных инструментов не было бы возможно изготовление деревянных кораблей. Деревянные корабли – это металлические корабли – это дело следующих эпох. А пока, ну, строились. А вы же помните Сесингевич, это была целая экспедиция. Они же из Тростника сделали корабли. Там же особенно железа не нужно было. Нет, железо. И тем не менее переплывали, они подтвердили, что переплывали достаточно большие расстояния. Нет, немножко дело в том, что как раз спасибо, что вы задали вопрос, вот как раз Турхий Ербол, большой друг Юрия Александровича Сенкевича, он попал в одну очень пикантную ситуацию, когда он планировал плавание на Контики. Он, как известно, вальсовая древесина, он ее достаточно исправно срубил, исправно, соответственно, как-то исследовал ее свойства в лесах Эквадора и Перу, Латинской Америки, где она росла. Ему она очень понравилась. Он решил перепроверить эту гипотезу о том, что вот эти вот на бальсовых плотах действительно имело плавание. Он действительно плот под названием Кон-Тики изготовил без единого железного гвоздя, без единой железной запчасти, но при этом он пользовался железными инструментами. Но, кстати, идея вашего покорного слуги, организовать проект Кон-Тики 20, это все то же самое, только без железных инструментов. Такая, собственно, общеизвестно, что в Южной Америке со своим первородным естественным железом большая-большая напряженка. Это общеизвестно. Там его, по сути, нет. Оно есть, массивные железные рудники, как известно, где-то на территории Бразильского Нагорья. Но Бразильское Нагорье, его надо еще, простите, извлечь и глубоко-глубоко вовнутрь земли, вовнутрь грунта, который находится на территории Бразилии, закопаться. То есть это явно не заряд цивилизации. О чем речь шла, Кирилл? Ну, даже одно суденышко, по-моему, там немножко потопло. А технологию не соблюли до конца. Потом они, наконец, сделали это самое. У них еще одно судно было. Ну да, если не ошибаюсь, суденышко называлось «Тигрис» и так далее. Одно из двух, которое потопло и так далее. То есть это одна из тех экспедиций под руководством Хейердала, в которой и принимал участие Сенкевич. В виде врача. Видите, врача Юрий Александрович, наш вот, собственно, уроженец города Санкт-Петербурга. Тогда еще не было. Есть еще какие-то? Вы бы сказали, есть, что критика. Очень мало сказали, да. Но вот то, что вы упомянули землю Санникова, ну, это достаточно интересный вариант. Я же тоже ее искал. Но мы пришли к общему мнению, когда мы исколесили все за Планерию, она все-таки ближе находилась к Андерне. И вот да, вот эта исчезающая земля, которая показывается в определенное время, да, легенды ведь откуда-то они приходят, они же не из пальца высосаны. Вот. Ну, я ее не нашел. Но... Нет, но есть мнение, что это был мираж, есть мнение, что это был какой-то айсберг. Ну, вы знаете, на миражи как бы птицы действительно птички-то не летят. Вот, в те места. Мы же знаем, где они гнездуются, где. Есть, куда летом они летят и так далее. А вот зимой-то, куда они прилетали, вот местное население, оно как бы указывает, что некая такая фантомная местность, она возникает. Ну, это чуть дальше, это, так скажем, где Северный морской путь, значит,
острова Янова, вот Новая Земля, и вот там вот, где-то вот в стороне немножечко, вот там возникает как раз вот эта вот землица. Там нужно где-то 75, ну 100 километров вот так вот собрать от Матифика. Ну, возможно. Возможно, они будут скоро. Дело все в том, что известно, льды имеют одно очень мерзкое свойство. Льды, соответственно, если это скинтировка их нанесет, они вот какие-то борочки. Паковые. Да. Да, как говорят, бывалые полярники. И, соответственно, если эта гора оказывается слишком массивной, она слишком долго стоит, и она, собственно, не да. Она сдувается. Здесь немножко другое как раз. А, сдувается, ну, возможно. Я просто не являюсь хорошим специалистом по полярным исследованиям, насколько мне известно, собственно, некое рациональное объяснение все эти миражи, которые и, соответственно, как новое возникновение. Это оптическое. Давайте мы оптическое в сторону уберем, а да. Естественное мы оставим как бы естественным испытателем. Миражи, они там сплошь и рядом, я их видел, летающие корабли, там что там только нет. А вот именно острова, которые возникают, я там не видел в виде миражей. Вот. Летучие галактики, пожалуйста, сколько угодно, там вот, и корабли, и все, курсирующие. Нет, но острова, которые возникают, соответственно, на Новой Земле еще, поскольку все это записывается, расскажите, пожалуйста, о физике данного процесса, раз уж разговор зашел. Где-нибудь можно? Оптика уже у нас, испарение. Испарение формирует линзу, которая вам приближает некое изображение корабля и так далее, и у вас фактически получается голограмма этого. Нет, голограмма это хорошо, но выражает то, что опорным сигналом голограмма может являться Солнце спокойно и получается по цвету. Вот вам голография того света. Ну, я понимаю, что голография того же самого света, но механизм возникновения миража это то же самое, та же самая оптика. Ребята, мы сейчас не об этом слышим. Ну ладно, да. Все. Большое спасибо. Я тогда встаю. Спасибо за внимание. Всегда слушаю вас.